Здравствуйте, в эфире программа «Молния», в студии Ольга Илларионова. В Пхенчхане закончилось заседание спортивного арбитражного суда. Были рассмотрены апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их для участия в зимних олимпийских играх. Заседание продолжалось 2,5 часа, в нем приняли участие адвокаты и представители МОК. Наши спортсмены, саночница Татьяна Иванова и тренер Альберт Демченко, скелетонистка Елена Никитина также присутствовали на суде. Им дали слово и выслушали. Сообщается, что в ближайшие 24 часа решение будет объявлено. Напомню, Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане стартуют завтра, 9 февраля, и продлятся до 25 февраля. Российские спортсмены получили на параде сборных 55-й порядковый номер между сборными Австрии и Узбекистана. Замкнут парад северокорейские и южнокорейские атлеты, которые пройдут под флагом, символизирующим единство стран. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал законопроект о повышении минимального размера оплаты труда или МРОТ до величины прожиточного минимума. Он был принят в первом чтении. Парламентарий призвал не воспринимать повышение МРОТ как некую финальную точку в процессе борьбы за повышение благосостояния граждан страны. Нилов отметил, что фракция поддерживает законопроект, но считает, что государство должно было давно решить этот вопрос. Вопрос того самого минимума, от которого следует развиваться дальше – и ориентироваться на новые цели социально-экономической политики, заключил парламентарий. Владимир Жириновский в рамках поездки по регионам посетил Самару. Свой визит председатель партии начал с осмотра нового модельного ряда «Лада». Владимиру Жириновскому показали первый биотопливный универсал «Лада Веста». Лидер ЛДПР поинтересовался, будет ли автомобиль доступный всем простым гражданам, подчеркнув, что многие жители России нуждаются именно в народном автомобиле. Также Владимир Жириновский посоветовал сделать новый модельный ряд «Лада», который отвечал бы требованиям всех категорий населения. Для обеспеченных людей, способных заплатить, отечественный автопром может выпускать машины VIP-класса. Это поможет увеличить доходы предприятия и заработную плату его работникам. В нашу программу часто обращаются представители инициативных групп граждан, высказывают и рассказывают об актуальных вопросах и проблемах регионов и отдельных районов. И сегодня мы рассмотрим одно такое обращение. Наш корреспондент Эдгар Рзаев отправился в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы разобраться в проблеме аварийного жилья в городе Салехард. Для начала предлагаю посмотреть сюжет. Он у меня перекашивается. Это зимой, когда морозы, ванна, это слив. Угу. Застывает, я размораживаю. У дочки там унитаз течет, там дочка живет. Полы скрипят. Даже ремонт неохота делать. Ну, как садится же. Все обои это самое. Ну, вот так вот. В разные стороны. Конечно, проблемы с электрикой. Нас никто не обслуживает. Нам дорогу не чистят. Да все, все проблемы. Нас не, сантехнику не обслуживает это самое. Если ее вызывают, то платить надо. К кому мы относимся, куда мы только не ходили с дочкой. И этот самый, как его, везде ходили, чтобы нас это обслуживали. Никто нас не обслуживает. За квартиру, за свет мы платим. А обслуживать нас никто не хочет. Тут тоже. Я могу даже скрыть вам, показать. О, Господи, в каком состоянии у меня потолок находится. Вот здесь вот. Вот так вот шевелится, я боюсь даже в ванную принимать. Это вот так вот перекрытие с соседями вот такие. Вот тут гнилое бревно. В общем, как только мороз, начинаем ставить тазики. Замерзает все, здесь льет. Здесь лед, хоть на коньках ходи. Честное слово. Возгорание щитка было. Ладно, сосед не растерялся, ведро воды бухнул. Все вырубило, а то загораться уже начало, все пластать. Потому что канализация, она вот туда. И канализация идет, здесь все. А здесь как раз и вода. Забивает. Чтобы не дуло, она же подходит, фундамент отошел от дома. И поэтому все задувает и холодно. Дует. Вот, на первом этаже вообще холодно. Замерзаем. Ну вот видите, вы сами стоите, видите, как пол шатается. Пол, вот там у нас пол про унитаз у нас на бок. Пол про здесь тоже. Так что двери у нас сделали такие щели. Вот, слышите, машинка стирает. Соседка сверху стирает. Соседка стирает. Это соседка сверху стирает. А у нас вот такая слышимость. Ага. А если ее. Это она еще ее держит. Если она ее держать не будет, она у нее убежит. Ужас.
здесь на первом этаже вообще, наверное, холодно, да? Конечно, холодно. Видите, как утепляем все. Это же жесть. Это и у вас так же гуляет, получается, да? Так же гуляет везде. И полы вот так вот все. А дыры это были? Это тут дыры пробитые. Тут же сухая штукатурка, она пробита, и забили специально, чтобы кто-нибудь не кинул сигарету, дом не подпалил. У нас второй этаж. Угу. Перемерзает вода. На первом этаже, да? На первом этаже перемерзает, к нам не идет, да. Вот горячая вода перемерзает, не холодная. Вот. Потом мы сделали ремонт, буквально полгода еще не прошло перед рождением сына. Вот. Угол уже потрескался весь. Вот, смотрите. Вот, все обои разорвало. Тут уже изгиб такой вот впал. Не боитесь вот в таком доме жить с ребенком? Ну, боимся, конечно. Зимой холодно, обогреватели приходится включать. Это что же может и пожар быть, и все что угодно. Наш корреспондент Эдгар Рзай выходит на прямую связь по скайпу из города Салехард. Эдгар, добрый день, как нас слышно? Добрый день, Ольга. Слышно вас хорошо. Да, Эдгар, день добрый, но, к сожалению, ситуация очень тяжелая. Мы посмотрели только что сюжет. Расскажите, где вы находитесь, что за здание сзади вас, и подробности ждем. Мы находимся в городе Лабытнанги, это Ненецкий автономный округ. Это уже получается третий город, который мы посещаем, и везде одна и та же проблема – это аварийное жилье и ветхое жилье. Его в округе очень много, и вот, например, этот дом по улице Мира, дом 1. Дом уже в состоянии, дом аварийный. Как вы можете заметить, дом уже просто ходит ходуном, и местная власть пока что не переселяет жителей с этого дома. А кто живет в этом доме? Целая семья? В этом живут люди, в том числе живет семья с двумя маленькими детьми. Молодая семья. Эдгар, расскажите, а проводили капремонты? Ну, на самом деле, капремонт не проводился, потому что этот дом уже должен идти под снос, но время все откладывается все длиннее и длиннее. То есть вы можете посмотреть, например, на эти дома, они тоже ветхие, скорее всего, тоже должны быть снесены, но люди как ждали, так и ждут. Несмотря на то, что пришла местная власть другая, и нового мэра вроде как местные власти более-менее стали уважать и любить, но дома до сих пор стоят. И это на самом деле по всему округу такая ситуация. А жители вообще обращаются, да, какие-то получают ответы? Ну, люди, понимаете, люди на севере привыкли терпеть, это терпеливость людей, их обещания властей, они до сих пор это верят, и на самом деле никаких документов о переселении у людей до сих пор на руках нет. Поэтому мы решили выйти себе в прямой эфир, чтобы получить в том числе поддержку и депутатов Госдумы. Обратиться в том числе к депутатам Госдумы, чтобы они помогли решить этот вопрос. И у нас на связи есть человек, люди, которые здесь живут, которые готовы поделиться своей историей. Да, конечно, давайте послушаем, пообщаемся тоже с ними. Здравствуйте. Здравствуйте. Громче говорите, пожалуйста. С какого года живете здесь вот в этом доме? Я живу здесь с 82-го года. Ну, сами видите, какой дом уже ужасный, ничего не делается, никто ничего не старается. Ну, надеемся, что власти нам помогут как-то. Давайте, Ольга, мы пройдем в дом, чтобы вы увидели полноту картины всей. Да, потому конечно, что давайте внутри дома. Увидим сами условия, в которых живут жители этого дома. Эдгар, я так понимаю, что вы будете проводить там собственное расследование? Да, Ольга, мы сделаем передачу, у нас передача «Наружное наблюдение». Что-то сняли уже. И хотим помочь людям. Заходим. Ну, вот в таких ужасных условиях люди живут, на самом деле. Если вы видите, вот такая входная группа. Ну, давай, пойдем дальше. Давайте сначала начнем. Скажите, что ремонт делали вы в квартире? Вот да? По проводке. Смотрите, в каком состоянии проводка находится. Она в любой миг просто может замкнуть. Она уже была. И уже загоралась. Есть следы, есть возгорания уже в проводке. Эдгар, а приглашают вообще специалистов проверить состояние? Ведь жить просто опасно.
жить опасно. Этот дом на самом деле не просто в аварийном состоянии. Этот дом угрожает жизни и здоровью этих людей. В том числе вот этого замечательного маленького ребенка. Понимаете, в чем дело? Ребенок вот здесь живет, мне с ним жалко. Потому что эти люди давно уже должны жить в хорошем, комфортабельном жилье. Пойдемте, пройдем дальше. Да, давайте пройдемся. Смотрите, Ольга, это вот так поднимаются здесь полы. Да, условия жизни, конечно, просто невыносимые. Эдгар, а вы уже вот обращались куда-то, возможно, ездили? Прямого эфира едем напрямую к главе города и будем задавать эти неудобные вопросы, потому что мы намерены помочь этим людям переехать в самые кратчайшие сроки. Вы должны понимать, что люди делают ремонт, и несмотря на это, уже трескают собой, потому что дом ходит ходуном. Эдгар, а напомните, какие города вы уже посетили, и вот в каких городах в Ямало-Ненецком автономном округе есть такая проблема? Город Ноябрьск. Город Ноябрьск, на самом деле, это тоже Ямало-Ненецкий автономный округ, это город Когалым и город Сургут. В этих городах везде эта проблема просто, на самом деле, она какая-то вопиющая. Людей не переселяют, людей просто мучают, но так жить нельзя, потому что люди сегодня прожили на севере, а здесь отработали столько лет и живут в таких ужасных условиях. Эдгар, расскажите о ваших дальнейших действиях. Как будет проходить ваше расследование и когда ждать нам выпуск специальный? Смотрите, Ольга, мы уже обратились, получается, в МЧС о признании чрезвычайной ситуации в каждом конкретном доме. Мы направили обращение у депутата Государственной Думы, Генеральную прокуратуру, чтобы привлекли к ответственности администрацию местной власти за такое разгильдяйство, за невыполнение планов по переселению. И сейчас конкретно по этой квартире, по этим людям, которым надо действительно помочь, мы поедем сегодня к главе администрации, чтобы как-то побыстрее людей перевести, потому что дом, на самом деле, он опасен для жизни. Не просто, он ветхий, он опасный уже, все, здесь жить невозможно. Но администрация идет на контакт, да, как мы понимаем? Да, готовы нас принять, готовы с нами переговорить. Это, на самом деле, хороший такой толчок и хороший для них шаг, чтобы все-таки ситуацию исправить, потому что понимаете, одно дело, когда в этих домах живут асоциальные люди, а тут живет очень хорошая порядочная семья с маленькими детьми. Это невыносимо. Эдгар, я благодарю вас. Так, к сожалению, время наше подходит к концу. Я благодарю вас за ваши комментарии. Мы, конечно же, ждем от вас специального репортажа. Мы уходим на короткую рекламу. Далее сюжет о заседании молодежного парламента в Государственной Думе, где Владимир Жириновский принял участие. Лидер ЛДПР дал аудитории несколько советов, как добиться успеха в жизни и что необходимо для повышения благосостояния страны. А я напоминаю, на прямой связи по скайпу был специальный корреспондент Эдгар Рзаев из Ямало-Ненецкого автономного округа, город Салехард. Что может не получиться? Все хорошо рассказали, но вы запаздываете уже. У нас же много обманутых дольщиков. Вы пока идете по линии, что они тоже будут дольщиками, но у них будет отдельный свой молодежный такой вклад. А как, если будет не в той же ситуации, окажется, что и уже существующие дольщики? По существующим дольщикам, это, я думаю, что другой вопрос, и он решается. Хотя, опять же, в процессе рассказа я говорила о том, что мы считаем, что если такой вклад будет существовать, то семьи не будут так быстро торопиться покупать жилье. Или второй вариант, они будут рассчитывать на более серьезного, например, застройщика, чем сейчас. Часто, если смотреть публичные слушания, я сама принимала участие в публичных слушаниях по банковым дольщикам в своем регионе, то я замечала, что были ошибки в том, что застройщика выбирали неграмотно, торопясь только по рыночной цене, например, да, и попадали в эти ситуации. Поэтому я считаю, что такая мера может как раз позволить нам с вами помочь, и в том числе обманутым дольщикам, вернее, помочь, чтобы обманутых дольщиков не было. А если говорить о рисках, то, на мой взгляд, самый главный риск – это неготовность или нет культуры у нас накопления у наших граждан. Но при этом, если будет субсидирование и помощь со стороны государства, я думаю, что эту культуру мы будем создавать. Спасибо. Подождите. Эта проблема не решается все равно. Почему бы не пойти по линии молодежный жилищный кооператив, чтобы не было застройщика и не было банка? Банки рушатся, и застройщик обманывает. А тут вы сами, вы правление этого МЖК,
Вам город Москва дает любезно, дает участок с подведенными коммуникациями. И вы покупаете проект этого дома и участвуете в его возведении. То есть у вас сразу исчезает возможность, что банк выдержит только в государственном банке, Сбербанк или ВТБ, чтобы исключить крушение банка и убираете всех. Мы же только что говорили о цифровой экономике. А вы снова вставляете сюда слово инвестор, застройщик. Уйдите от этого. Идите к МЖК. Спасибо. Молодежный жилищный кооператив. Это самое лучшее. Я думаю, что в данном случае как раз у нас нет спора, потому что мы предлагаем один механизм, а вы продолжаете как раз эту идею по другому механизму, поэтому я полностью с вами согласна. Владимир Вольфович, я просто хочу вам сказать, что у молодежного парламента есть такой опыт, и в Республике Бурятия построено около 600 домов, молодежный жилищный комплекс, поселок так и называется «Молодость». Но, к сожалению, процесс вот достижения этого результата, он занял 10 лет. И поэтому, когда... Уже не такая молодость. Да, уже не такая молодость, во-первых. Во-вторых, это 10-летняя работа с органами власти. Конечно, мы сейчас пытаемся тиражировать этот проект. Мы уже договорились с комитетом по земельным отношениям, что мы лучшие практики, вот такие именно практики, представим в Государственной Думе. Предыдущая тема была по жилью, но мы ее не решили с вами. Те, кто без жилья, то, что вы предлагаете, они не смогут получить жилье. То же самое здесь. Можете тестировать родителей и учеников, но выявить того, кто готов совершить такой страшный поступок, это не даст. Вот в чем проблема. Поэтому мы должны здесь добавить еще. Добавить, чтобы был какой-то внешний фактор. Вот, например, у нас психологи есть, но они не могут быть при каждом детском саде, школе и так далее. Надо, чтобы как-то вот не проверять на тесты и обижать, чтобы не прошел тест, и там оценку поставить. Вот оценки давайте уберем из школы. Вообще, любые оценки. Это же раздражает. Это же раздражает. Вот двоечник, там, троечник, там, на второй год оставил. А давайте уберем оценки, пускай учатся. Вот раз он, убрать этот домоклов меч. Все время мы ребенка вводим в зону риска. Плохой ученик, и дома ему некому заниматься. Сейчас Михаил Владимирович говорит, родители, они 6 часов уставшие придут домой все. Где у них время заниматься детьми? Разрыв происходит. Ребенок сейчас дома, а с кем он будет сейчас общаться? А вечером родители устали, а они уже не могут. А в школе учителя устали. Вот проблема, разрыв. Что нужен третий фактор. Третий. Цифра нужна. Как ее превратить в цифру в воспитательный процесс? Законов много можете принять, но жилье не решит проблему таким образом. И не остановить эти вот, как бы, несчастные случаи. Я раньше думал, что, допустим, эти страшные преступления совершает одиночка. Посмотрел, нет, появляется жена и дети есть. Все хорошо, но оказывается. Поведение. Соседи говорят, да все хороший, тихо, все здоровается, культурный. То есть трудно выявить-то. Это очень трудно. Вот немец, классический вариант, который самолет направил в гору. Карьеры нет и поссорится с любимой девушкой. Как мы это остановим? Мы же не можем знать, у кого эти карьеры. И кто сегодня поссорился с любимой девушкой. А он весь самолет обрушил на гору. Он не хочет жить в такой ситуации. Он говорит, мы зря культ героев проводим, а? Петр Олегович. Все у нас герои везде, все должны стать героями, карьера, лидеры России. А вот здесь мы вытаскиваем их из этого поля. Они не будут лидерами России, они не будут героями. Тогда они будут убивать. Вот в этом плане нужно посмотреть такой вот социально-психологический аспект. Это должны быть специальные специалисты. Они сразу видят, детский сад, придите посмотреть, вот агрессивные моменты в поведении. Кто этим будет заниматься? Воспитатели некогда. 30 человек, чтобы не упал, там поел, попил, а отдать родителям. Должно быть наблюдение, специалисты. Кто их готовит? Психологические факультеты. Где распределение? Разрыв. Они идут работать с психологами. Разрыв у нас. То есть нужна цифра. Цифра, чтобы были те специалисты, которые нужны. И прийти должны туда, где они нужны. Но закон хороший, мы примем, но ведь нужный результат. У нас же продолжается массовое убийство вот, людей. Маньяк. Был Чикатило 40 лет назад, да? Сейчас уже полно, обогнали его. Уже куда больше убивают. Вот милиционер Иркутский, я убил там 80 человек и так далее. Это же
не останавливающие. В этом смысле, поэтому может быть новое наказание. Давайте убирать наказания все. И в школе, и в организации, там увольнение может быть меньше, этих выговоров меньше, так сказать. Раньше при советской власти лишали очередь на жилье, опускали вниз. Но ну ничего хорошего. Подумайте на это. Хорошо, спасибо, не ролик. Говорите Кыргызстан там, или Киргизия, норма русского языка Киргизия. А вот Кыргызстан это на киргизском, на кыргызском языке, но это не норма русского языка. Как будет русский на казахском, на киргизском? Орус. Орус, а не это русский. Говорит, так у них принято норма. Мы разве говорим с вами «La France», мы говорим «Франция», мы говорим «Германия», а немцы говорят «Deutschland». Надо употреблять те нормы, которые устоялись в языке, иначе нас будут воспринимать, что мы не уважаем собственный язык, и вот приходит такая анархия. У нас так вот ударение скачет. Туда-сюда никто не знает, где поставить ударение. И последнее. Может быть, я не присутствую на всех ваших мероприятиях, но должна быть жаркая дискуссия. Вы же молодые, энергичные. У вас должно быть 10 мнений по одному вопросу. 10, 100 мнений. И то, которое вы примете сейчас, через год, через два вы поймете, что оно неправильное. То есть вам не хватает опыта. Вы должны понять, что вы просто, может быть, стесняетесь, потому что вы не все знаете, это нормальность. Но, может, при мне, вот я и говорю о том, что меня очень часто люди, у меня помощники, я все время их наказываю. Он входит в кабинет, что у меня палит из рук. Он волнуется и обязательно уводит. Или стоп бумаги, или карандаш, ну что, все такие, что ли? Потому что они все меня боятся. Правильно? Дети, да. Но они еще не очень поняли, кто это такой. Поэтому у меня пожелание к вам. Должна быть жесткая, бурная дискуссия. Как и сегодня в этом саду. Дал другой вариант игры, и они все засмеялись. Другие выражения лица. И стало радостно. И вот это получилось то, чего им не разрешали делать. Надо разрешать. Не надо запрещать. И у вас. Вы должны в коридоре слышать, идет молодежный парламент. Ничего не гробовая тишина, понимаете? Владимир Вольфович, мы используем цифровые технологии, обычно устраиваем жаркие дискуссии до заседания молодежного парламента, в период между заседаниями. А если нам устраивать жаркие дискуссии здесь, боюсь, нам придется пролонгировать заседание с 3 дней до 10. Но если Государственная Дума готова на это пойти, я думаю, что мы с удовольствием тоже на это пойдем. Я предлагал в новом здании сделать отдельный зал, специальный молодежный парламент. Дать там вам комнаты, так сказать, ну как настоящим депутатам, чтобы вы... 4 палаты должны быть здесь. Вот. Верхняя палата, нижняя, молодежная и общественная. И все должно быть бурлить, чтобы на выходе мы получили хорошие законы. А где у нас верхняя палата, мы ее не знаем. 3 дня и уехали. То есть это вот проблема. И не получается по-настоящему такой жаркий спор. Я говорю, может быть, это вы делаете в другой установке, но здесь вы принимаете окончательное решение и в мертвой тишине. Консолидировано. Даже нет. Это самое страшное. Никакой консолидации, никакой солидарности. Понимаете, они должны спорить до хрипоты. И уезжать возмущенные, недовольные. И потом формироваться будет правильное мнение. То есть, какой смысл-то? Вы должны заставить ваши мозги, так сказать, бурлить. Это зовут вулкан в вашей голове. А если будет болото, да, мы там договорились, да, ладно, ну давайте, ну поехали. Это не даст результата. Владимир Ильич, вы чуть-чуть опоздали, мы говорили о том, что к июню расширим молодежный парламент, здесь будет вулкан на вулкане. Запаздываете. Мы запаздываем, но мы делаем то, что... Говорите про жилье, это уже устарело все. Вы все же на банки надеетесь, какой-то там молодежный, такой жилищный склад. Накопительный склад уже был, накопительная пенсия, 15 лет мы занимались. И все порушилось. 15 лет я сам был членом этой комиссии. Давайте страховая пенсия, накопить. Ничего не получилось. Рухнуло, и накопительную пенсию отдали в бюджет. Так и здесь. Вот, закон примите условно, и никто не будет складывать эти деньги. Молодежный жилищный вклад. То же самое с образованием. 100 законов примите, а случай будет продолжаться. Наша задача предотвратить плохое. Предотвратить. А для этого все должно кипеть и бурлить здесь. Иначе это все выйдет на улицу. Или дойдет до детского сада. Я с ними поговорю. Шутку говорю. Вот если вы недовольны, что акцию протеста проведете? Они говорят, да. Дети уже не смогут понимать, что можно протестовать. Спросите, что они смотрят на YouTube в таком случае. Все, нажал, ушли. Все.
Давайте. Нажал, ушли. Все. Мы вдвоем. Вдвоем, давайте. Вдвоем, давайте. Вдвоем, вдвоем, давайте. Три головы вот сюда, смотрите. Вот так. Все. 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 Давайте. Сейчас вы. Все. Давай. Все. Все, все, пошли. Все, давай, 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 давай. Все, настроил. Ребят, заранее включать, чтобы все было готово. Все, входите. Все. Нажали и пошли. Входите. Нажали и уходим. Нажали и уходим.